Мужчина бросает стопку, пачку бюллетеней в урну. Я подхожу, говорю, произошел вброс, посмотрите, обратите внимание. Я смотрю в урну, там лежит стопка. Я зафиксировал на видео. Вас хотели вывести на улицу. Так, а там что там, молодой человек? А что ты делаешь? Начали оттаскивать меня, кричать, что снимать нельзя, снимать вообще на участке нельзя, это незаконно все. Вообще разрешено. Вот этого делать. Я, извините, я журналист. Фотографируйте. Отойдите, пожалуйста, отойдите. Не, не надо фотографировать. Девушка из правоохранительных органов, вы вот сейчас запрещаете мне снимать на видео ее. Вынесли решение о моем удалении с участка, якобы за то, что я производил съемку в местах для голосования. Он положил вот эту видеокамеру, вот сюда положил и производил фотосъемку. А избиратели стали вот здесь и не могут опустить бюллетени. Нет, заснять пачку он имеет полное право. Эта газета себя скомпрометировала. И представитель этой газеты нарушил законодательство. Поэтому решением членов комиссии он был уволен. Нескольких представителей газеты, не только Яблоко, пусть еще кто-то подойдет. Вот я пришел. Вот. Хотим Краснодарские известия, пожалуйста, позовите. Пусть приедут Краснодарские позовите. Известия. Почему вы не предъявили ее? Не держите меня за руку. Выказывайте неповиновение. Закону. Выдали неправильную формулировку. Я говорю, что закон полиции препятствует тому, что его снимают на видео. Стоп. Приостановить работу комиссии. Что такое? Это что такое? Что это? Это пачка. Приостановить работу комиссии. Снимайте. Покажи. Какой кандидат? Это пачка. Что за пачка? Пачка. Подкинутая пачка. Нет, пока без комментариев. Ну давайте к столу. Пожалуйста, я ее буду ставить по одной, и вы все будете видеть. Ну вы оглашайте тогда. Путин. Я уверен дальше. Кто еще? Путин. Путин. Уголовная статья. Путин. И это тоже Путин. Это Путин. 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 Сколько у вас много? У нас очень много. Путин. Ну, типа, ну, это ни о чем не говорит. Ну, да. Как ни о чем? Путин. Алло, мы шаурму подкинули. Путин. Все члены комиссии видели, что я ничего туда не добавлял, не убавлял и не перемешивал. Один тот же кандидат. Сергей Николаевич, возьмите любую. Одинаково сложено. Найдите еще кто-нибудь, хоть кто-нибудь такую же. Слышно так. Случайно сложенных не пересчитать, сколько здесь бюллетеней. Не, ну они могли случайно сложиться. Они смогли случайно сложиться здесь на три штуки. Они сейчас, тихо. Посчитаем. Тихо. Нет, это не то же самое. Они когда упали, они ударились. Они ударились. Да я бы ударился, если бы не заметил, что это пачка.